Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Інфляція в Україні набирає обертів. Чи здорожчають продукти, комуналка та проїзд? Сьогодні нам розкаже економічний експерт Михайло Крапивко. Пане Михайло, рада вас вітати у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, яка взагалі ситуація сьогодні щодо пришвидшення темпів інфляції? Чи дійсно вона набирає обертів? Ну, нельзя сказати, що вона ускоряється. Почему? Потому что работает одновременно несколько факторов. Первый фактор – это подорожание энергоносителей, то, что у нас сейчас происходит на рынке электроэнергии, газа, точнее, началось с газа, потом электроэнергия, тепло, и пока на последнем этапе у нас подключился горюче-смазочные материалы, бензин, дистопливо и так далее. Все эти энергоносители, они являются составляющей как себестоимости продукции, так и составляющей расходов на реализацию, сбытовых расходов. Поэтому этот фактор, он служит как бы для ускорения. Кроме того, отсутствие дешевых финансовых ресурсов, несмотря на то, что банки как бы все время понижают депозитную ставку, то есть вроде бы как деньги дешевеют, но кредитные ресурсы от этого не дешевеют, и они все так же остаются дорогими и малодоступными. В обратную сторону у нас играет сегодня это укрепление национальной валюты. В связи с тем, что был большой объем заимствований размещен в гривне, сейчас в страну заходит валюта, которая меняется на гривню, и выкупаются ВГЗ гривневые под высокий процент, там, по-моему, 11%. По сравнению со ставками по депозиту, это вообще как бы счастье. Поэтому эти факторы играют навстречу друг другу, и один компенсирует другой. Но фактор укрепления валюты, он как бы недолговечный, ну, максимум еще месяц, и валюта снова начнет возвращаться к своим старым позициям. Да и укрепление не такое уж большое, в пределах одной гривны идет. Кроме того, надо отметить следующее, что ну, с последнего кризиса экономика Украины еще никак не придет до конца в себя. И стагнация экономики продолжается, и вывоз продукции как бы не вышел на докризисные и реализация ее на докризисные показатели. При этом второй год карантина тоже дает свои коррективы в этом. Поэтому ожидать какого-то удешевления товаров повседневного спроса, бытовых, техники, одежды и так далее, нет оснований. Говорить о том, что будет большой рост и сильно вырастет инфляция, тоже нет оснований. На сегодня темпы инфляции не выше, чем в прошлом году. А якщо, якусь відповідь, якщо повернутися на самий початок, от ви зазначили там другий рік карантину, які взагалі причини то ось пришвидшення темпів інфляції, тому що коли все це почалося, здорожчання, так якраз співпало, що це було перед Великоднем, всі економічні експерти зауважували, ну, що це так сезонно завжди відбувається. Це сезонно, це завжди відбувається, то есть це не розглядається як увеличення темпів інфляції, тому що темпи інфляції, якщо ми говоримо, увеличились, уменьшились, їх треба сопоставляти аналогичным периодом прошлого года, как минимум, а не с прошлым месяцем. Поэтому увеличение темпов, я еще раз повторюсь, мы на сегодня не наблюдаем. Есть другая тенденция общемировая, которая может сказаться на потребительской корзине украинцев, но она скажется однозначно. Это то, что второй год карантина принес в мировую экономику, во всю мировую экономику, процесс удорожания продуктов питания. Из-за сложностей с логистикой, с карантинными ограничениями и прочим, продукты питания во всем мире начали дорожать. Это, конечно, накладывается и на Украину. Тобто далі буде очікувати таке, ну, готуватися? То есть мы не можем, у нас нет оснований ожидать какого-то удешевления. У нас есть все основания ожидать или рассчитывать на такое же плавное удорожание, плавную инфляцию. Но говорить о том, что она будет значительно выше, чем за прошлый год, у нас тоже нет оснований.
Взагалі в Україні середньострокова ціль щодо інфляції встановлена на рівні 5%. Чому саме така цифра? Ну, это скорее установлено, скажем так, более из политических моментов в бюджетном процессе, чем из экономических оснований. Потому что надо было показать рост ВВП, для этого надо как минимум додать инфляцию. Но при этом не увеличить сильно расходы бюджета. Потому что они тоже корректируются на инфляцию. Поэтому было выбрано такой индикатор на уровне 5, исходя из того, что, скажем, прогнозы МВФ, прогнозы Всемирного банка, они были на уровне там 5-7%. Выбрали минимальный уровень и прописали его в бюджете. А от якщо порівняти з іншими країнами, там європейськими, розвинутими країнами, який там ось цей рівень, який ну, там от відсоток? Є, ну, там взагалі об інфляції говорити складно, там скорее продовжується дефляція, це теж проблема для тих економік, тому що з моменту останнього кризису 2009 года были установлены даже отрицательные ставки, и во многих странах учетная ставка сохраняется на уровне близкого к нулю. Поэтому там немножко другие процессы. За прогнозами национальных... Если говорить вот об этом календарном годе, то с января у нас инфляция, индекс инфляции потребительской еще только приближается к 3%. Если аппроксимировать его как бы дальше, то можно ожидать процентов 6%. Ну, я думаю, що менше 7 все одно вряд ли получится. Ну, до речі, ви вже озвучили прогнози. Я якраз хотіла запитати, що взагалі за прогнозами Національного банку інфляція на кінець 2022 року повернеться до рівня 5%. Тобто, ви ну, вважаєте... це поки вони намагаються как бы, сохранить бюджетні резолюції, підтвердити їх. Ну, я думаю, що вона буде чуть більше. Взагалі, що відчує звичайний громадянин? Ми говоримо про те, що ціни будуть підвищуватися, чи от крім підвищення цін, які так вже поступово ну, з кожним роком? Скажем так, ми вже второй год ежемесячно, еженедельно відчуваємо повищення цін. Где-то на 2%, где-то на 3%, какие-то групи у нас вириваються в лідери, як от зараз картофель у нас пляшет, то гречка плясала, то лук. Дело не в этом. Мы это уже давно ощущаем, оно уже вошло в норму, поэтому каких-то аномальных отклонений пока не предвидится. У нас, скажем, есть следующие индикаторы. Это 1 июля повышение прожиточного минимума, которое должно вызвать повышение заработной платы. И с 1 декабря повышение минимальной заработной платы и повышение прожиточного минимума. То есть, в принципе, вот эти вот даты, они у нас могут сработать как на повышение инфляции, так и на сокращение количества рабочих мест, потому что работодатель все равно будет искать пути оптимизации. То есть, говорить о том, что люди станут богаче, нельзя. Можно говорить о том, что... Часть людей имеет шанс потерять источник дохода, а основная масса людей потеряет реальный уровень доходов, то есть покупательскую способность. Дякую за відповідь. Можливо, є якісь рекомендації, які ви могли б дати нашим громадянам? Рекомендація тільки одна – спокійствие, тільки спокійствие. Можливо, є якісь щодо зберігання грошей, чи буде якось впливати там інфляція на курс валют, або вона взагалі не має до цього жодного відношення? Ну, інфляція на курс не так різко впливає, там інші фактори працюють, які не завжди легко прогнозувати. Вопрос больше лежит в плане, скажем так, возможности исполнения бюджета по доходной части. А от этого зависит и бюджетная сфера. Мы знаем, что сейчас в Верховной Раде лежит законопроект, который вызывает увеличение базы налогообложения и вообще налоговое давление усиливает, что тоже скажется на экономике и в частности на количестве рабочих мест оставшихся. Я думаю, что самое лучшее – это не кидаться из крайности в крайность, не бегать менять
короткие деньги на валюту, потому что в этом только проиграете. Маржа довольно все-таки сейчас серьезная, и курсовые разницы на разницу между покупкой и продажей все равно играют не в плюс. Ви зазначили, що нелегко прогнозувати курс валют, тому що є фактори, які впливають на нього. А взагалі можете сказати, які прогнози щодо там іноземної валюти і вітчизняної? Ну, я би не хотів в це, як би, вдаватися. Ну, тобто зараз... Прогнози можуть бути різні. Єдине, що скажу, що не треба вірити прогнозам по 30 гривень за долар і по 50. Дякую за відповідь. Отже, я прошу вас підсумувати прес-конференцію з приводу того, яка зараз ситуація, чи треба хвилюватися українцям, або ж вони не відчують на собі пришвидшення темпів інфляції. Ну, в результаті можу сказати, що нічого необычного не відбувається, ускорення інфляції такого різкого теж не відбувається, тому, ну, як би... Продолжаем существовать в имеющейся реальности. Подорожчання продуктів, комуналки, проїзд? Ну, комуналка у нас – это более вопрос политический, чем экономический. Я не знаю, как оно ожидается, но, в принципе, надеюсь, что курс на деолигархизацию, который еще не взят, но как бы декларируется, должен немножко сдержать удорожание коммунальных услуг, в частности, энергоносителей, которые сидят в основе всего этого. Ну и если удастся правительству сдержать рост цен на энергоносители и на коммунальные услуги, вот именно тот, который вызван или сопутствует монопольному положению отдельных операторов на рынке, то тогда и темпы инфляции сократяться. Можна також ще підсумовуючи зазначити з приводу взагалі вітчизняної економіки, тому що ви вже зазначали про 2 роки карантину, і дійсно коронакриза внесла такі серйозні корективи в розвиток української економіки. Сьогодні ситуація там більш стабільна, чи все ж таки є ще? Ну, я думаю, що вона більш-менш стабільна, вона не можна сказати, що желаємо достигла желаемого, и нельзя сказать сильно, что есть большой оптимизм, но ситуация, в принципе, везде стабильная. Це можна сказати, що на загальному тлі, тобто в світової економіки, українська економіка через те, що постраждала всі? Ми не можемо как бы равняться на мировую економіку в цілому, тому що це середня температура по больнице між реанімацією і моргом. То есть здесь как бы это некорректно. Давайте говорить так, есть развитые страны, у которых своя история, есть страны развивающие, у которых своя история. Мы находимся, ну, не в развитых странах, скажем так, не в странах с развитой экономикой. Поэтому общие тенденции там и у нас, в принципе, совпадают. Скажем так, очень радостных каких-то трендов на то, что мы можем быстро перескочить в другую группу, у нас, к сожалению, тоже нет. Нам предстоит очень большая работа по модернизации экономики, чтобы мы, наконец, перестали торговать сырьем или полуфабрикатами и перешли к большей доле готовой высокотехнологической, высокоценимой продукции. Можна просто вашу таку професійну суб'єктивну думку, скільки ще знадобиться українській економіці часу для того, щоб відновитися після цієї коронакризи? Ну, во-первых, коронавірус ще как бы не отошел, пандемія не прекращена, поэтому говорить о том, что будет после неё, это зарано. Ну, не то, что зарано, это просто бессмысленно. Давайте говорить так, что наша економіка уже как-то пристроилась жить в этих условиях. При этом на сегодня у нас есть такие сектора, как IT-сфера, которые, в принципе, довольно хорошо удерживают страну на плаву и которые, на которые не повлияла именно пандемия. Что касается производств, тут все намного сложнее.
И, ну, здесь бы я не говорил, сколько нам понадобится времени, скорее всего, надо говорить, сколько понадобится смен политических элит. Дякую вам за відповідь, дякую за прес-конференцію. Сьогодні говорили про пришвидшення темпів інфляції в Україні. Набирає вона обертів чи не набирає? Чи очікувати здорожчання продуктів, комуналки та проїзду? Якщо так, то наскільки? Розповідав нам сьогодні наш економічний експерт Михайло Крапивко. Ще раз вдячні вам за спілкування. Сподіваюсь, ви почули корисну інформацію та рекомендації для себе. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Зустрічей і не перемикайте!